В мэрии областного центра сотрудники коммунальных служб Магадана обсудили снегоуборку. За последние две недели выпало много осадков, поэтому специализированная техника работает по основным городским маршрутам. Сотрудники комбината зеленого хозяйства обрабатывают тротуары песко-соляной смесью. Также расчищают межквартальные и междворовые проезды. Тоже расчистка производили, подсыпку, в том числе отдаленные районы, Турча, Авиационная, Радист, Солнечный. Все это как бы было сделано. Поступило значительное количество предписаний от ГИБДД. Сегодня они все были отработаны, они вчера там срок сутки было и меньше. Сейчас вот как раз перед совещанием принесли еще 8. В основном это связано с наличием рыхлого снега на тротуарах и скользостью. Подъезды к детским садам и школам сделали. Задействовано 28 единиц техники КЗХ и 50 специалистов ручного труда. Кроме того, работает 29 единиц техники ГЛУТ. Также началась подготовка города к Новому году. На данном этапе используют световое украшение.